хотелось, как бы, чтобы в общественную повестку вот дальше продвигалась вот эта необходимость развала России, причем для блага самих же россиян, потому что, ну во многом, вот возьмем, к примеру, тот же Дальний Восток, вот как живут сейчас какие-нибудь вот чукчи, как они живут, ужасно живут. А с другой стороны, до революции, ну, чукчи — это тот народ, который русские покорить не смогли. Они его банально скорее споили. А так, все попытки их покорить отгребались, так, ну, они отгребали так сильно, что, в принципе, чукчи не платили дань русскому царю. Потому что они были настолько злые и воинственные, да, вот как бы, поэтому все анекдоты немножко не в ту сторону. И кстати, чукчи больше знали английский язык до революции, потому что туда заходили американские китобои, и американцы развивали контакты с этим регионом. И, кстати, противодействие Китаю со стороны Америки может быть даже более плодотворно, вот, путем выделения Дальнего, вот, чтобы Дальний Восток выделился, и окучивать его, ну, со стороны американцев, в том числе, ну, не только, допустим, на южных рубежах действовать, в Южном Китайском море, а в том числе на Дальнем Востоке. К тому же исторические прецеденты имеются. Сибирь. Опять же, в Сибири идет, ну, идет депопуляция. Китайцы, вот, вот казалось бы, Китай захватывает потихоньку, плавно Сибирь. Ну, противостоять можно же двумя путями. Можно думать, как насолить Китаю, а можно сделать так, чтобы просто у Китая на северной границе висел достаточно сильный сосед. Сильный не настолько, чтобы портить жизнь другим, но сильный в плане жирно живущий, самодостаточный. Ну, Сибирь вполне бы себе была таким крепким середнячком. Ну и причем исторически, ну, как бы есть такая вот, скажем так, то, что можно назвать, это элемент субэтничности. То есть они несколько не такие, как остальные россияне, они вполне могли бы выделиться. Вот. Сложно представить технологию, как это реально. Да, но тут весь вопрос в том, что как нового Авертона. Это надо проговаривать, это надо запускать. Точно так же, как мы с тобой вот говорили про вот армию, реформирование. Это надо запускать, потому что зачастую до постановки вопроса ты даже не знаешь как. Потому что если для этого... Ну, но как только ты, ну, начинаешь задавать вопросы о том, что это надо сделать, постепенно начинают развиваться вопросы технологии, как это запустить. Вот, а что для этого надо сделать? Ну, и что для этого можно сделать? Потому что есть пять почему возможного. Вот эта технология, господи, почему? Я понял, из японских промышленников. Ну вот, несколько вопросов, они начинают как снежный ком обрастать видениями и следующими вопросами. И таким образом постепенно вот развал России даже на 3-4 государства уже во многом стабилизирует это пространство. Ну смотри, ты важный, мне кажется, сказал тезис, это что это вообще-то в интересах самих жителей России. Я вот хотел бы его добавить. Ну, возьмем такой регион. Я вот без региона, как бы, хочу добавить, знаешь что, что на самом деле альтернативой тому, что Россия развалится, является превращение России в черную дыру. Да. То есть они же, это же как бы реально то, что будет, да? То есть тут делать ничего не надо, вот представьте себе, россияне, как бы, это если никто ничего не сделает, вы просто превращаетесь в черную дыру. Ну, да. У вас там начинается внутренний террор и просто как бы уменьшение кормовой базы состоится, так или иначе, вот она 100% состоится. Все то, что будет российским, это будет токсичным, и тем меньше будет дальше по времени желающих его приобретать, так или иначе. Это ж абсолютно верная мысль. Так Шандарович, он же ж мыслит, как и многие типа Навального, что вот надо прийти, навести порядок, а там, глядишь, и заново что-то переиграть. Это ж
Все эти прогнозы основываются на чем? О том, что из разряда, ну, может, год, второй, третий какой-нибудь междоусобицы, а потом, а что если вот эта междоусобица будет продолжаться лет 10, 15, 20? Вообще легко. И тогда, получается, на выходе мы можем иметь, ну, такие ужасные последствия для депопуляции, вообще для падения жизненного уровня населения, что это будет ужасно. С точки зрения, например, ну, это не является конспирологией, но это просто прогнозирование. Вот если бы я был китайцем, с точки зрения Китая, наоборот, прекрасно. Да. Потому что слабая, но единая Россия, да, это как раз то, чем я могу управлять. Китайцы на самом деле... А потому что они точно такую же территорию управляют у себя. Да, и большинство китайцев не жаждет жить в России. Они жаждут эксплуатировать ее природные ресурсы, а жить они хотят у себя в Поднебесной. То есть оттяпывать себе куски территории они могут, но может и не могут. Ну, чисто может для и не ресурса, захотят. Да, чисто для ресурсов. Могут захотеть. Потому что у них вход свободный. Да, то есть там же нету, никто не охраняет границу, там сдаются огромные там земли в аренду, как бы, ну, там, на сколько лет. Вот. Поэтому с точки зрения Китая вот эти все междоусобицы, но сохранение России как единого куска, конечно же, лучше. Вот эти вот трепыхания. Да, выгодно только Китаю. Да. Развал на несколько государств, ну, то есть европейской части России, одно как бы... Вот тогда может стать, ну, единая Европа из разряда, ну, если не до Владивостока, как это видела Меркель, но хотя бы до Урала, где уже нормальные компактные куски России смогут вписаться в международное разделение труда и никого не заботя там своими великоимперскими амбициями, просто честно трудиться. Угу. Вот. Спокойно жить, богатеть и пользоваться тем, что они в Европе. Ну, это вот... Питер и Калининград, вот вообще жиры. Ну, наверное, только Питер и Калининград. Думаю, да. То есть это, ну, такая дискуссия большая, но, как говорится, им же легче было бы, ну, на самом деле. Потому что для того, чтобы управлять всем этим как империей, ну, то есть это логика. Россия ж, она, тут надо понимать не только ответственность, а еще почему Россия такой стала. А тут весь вопрос, там могли жить кто угодно, она бы другой, наверное, и быть не могла. Потому что если вы организационную логику уложите такую, что для того, чтобы всем этим управлять, надо достаточно большое количество ресурсов. То есть, и скорее всего, никакая другая нация, ну именно если такой принцип организационный ложится, то по-любому вы будете так организовывать элиту, которой надо будет управлять. Кроме того, вот сбора ресурсов на государство надо будет еще и воровать. Ну, почему? Потому что вот эти вот стремления к коррупционности были заложены еще со времен воевод. Они так просто кормились. Угу. Ну, воевода часть чехлил в центр, часть собирал себе на кормление. Угу. Поэтому просто подобное, ну, вот... Организация такая, отношение имперского центра к окраинам порождает такой тип элит. Кстати, в элитах Московского царства были все нации и спокойно себе вливались в это дело. Вот. И, соответственно, это будет порождать такое государство. Угу. То есть, вот организационный принцип будет самовоспроизводиться. То есть, тут не помогли вливание немецких кровей в Российскую империю. Суть, она европеизировалась с виду, а суть оставалась одна и та же. Ну, это суть, это как твой взгляд? Это азиатская суть или это суть все-таки просто исключительно, условно, злочинная, такая злодейская? Ну, скажем, она и злодейская, но тут вот прав Ярослав Грицак. Если Киевская Русь это... постнорманская страна, а вот Московская Русь это постордынская страна. Это даже не то, чтобы азиатский, потому что Китай это не совсем то. Это такой, именно такой восточно-кочевой способ организации власти. Такая жизнеспособная, трансформировавшаяся орда, воплощенная уже другими людьми, ну, суть во многом схожая, и поэтому...
оно будет воспроизводиться и дальше, если его просто не разрушить. То есть вот тут вопрос не в людях. И люди очень быстро, возможно, станут другими, как только не будет этого государства. А почему они вдруг станут другими? Спустя какое-то количество поколений. Когда вот они будут сидеть по своим национальным домам, возможно, Ты думаешь, они смогут передоговориться между собой об ином типе действия? Понимаешь, одно дело, когда жизнедеятельность. Вы организуетесь в рамках огромной империи, вот такой вот, и ты встраиваешься в паразитирующие цепочки. И совсем другое дело, когда, допустим, у тебя сравнительно небольшое по мировым меркам государство, и вот этого вот ресурса бабы еще нарожают, у тебя нету.